Всем привет! Речь пойдет сегодня о домкратах и о том, как мы ими пользуемся. Вот один из роликов. Их главная особенность – конструкция тележки на колесах. Они не требуют больших физических усилий. Именно эти модели чаще всего используются в автосервисе или на СТО для ремонта и диагностики. Грузоподъемность AJ1.5F300... Это не важно, какие тут домкраты. Но дело в том, что наши современные машины не оборудованы такими вещами для работы вот с соответствующими вот этими вот узлами. Нет у нас таких мест, куда именно этими домкратами удобно, допустим, ставить, пользоваться и не калечить машину. Получается, что либо можно за лонжероны или какие-то жесткости ими домкратить, а как вот обычно мы ими пользуемся, или, допустим, надо машину поднимать, опускать. Ну, очень часто домкраты, которые идут в комплектах, тоже некорректно работают, ну и портят, либо травмируют короба. Вот я над этой темой задумался, и что у меня получилось. Пойдет о домкратах. Дело в том, что когда мы домкратим в короба современные машины, мы эти короба калечим. Вот такими штуками. Здесь вот она внутри поворотная. Вот, все бы хорошо, но даже там три слоя металла по 0,8, они все портят. Вот, поэтому вот в данном случае была задумка переделать основание домкрата, чтобы было все нормально. Продолжаем. В чем ситуация? Вот, вот эта кромочка, как мы видим, да? Она 20 миллиметров в высоту. Вот, вот здесь она 20 миллиметров заходит. А дальше короб идет. И вот при таких подъемах, как правило, мы калечим машины. А это, я считаю, неправильно. Ну вот, такая маленькая приспособа получается. Опять же, повторюсь, по-моему, это откуда-то из газели, из-под рессора, из-под чего-то, какой-то отбойник, не отбойник. Их тут много на машинах всяких применяется. Но я выбрал именно такой. Вот они всякие у меня отбойники есть. Вот, они мне не понравились. Все они с резьбами тоже вот видны, да? Или, допустим, вот это вот, по-моему, забраковал я тоже вот опора под двигатель. С кого даже не помню. А вот такая, по-моему, с газели, она очень даже хорошо сюда вписалась. И я думаю, теперь мы короба не будем калечить. Вот такая переделочка. Вот. Здесь на болтике на гаечке. Вот это, по-моему, с газели, что-то из-под рессор. Вот такой усилитель четко заходит. Вот 20 миллиметров в короба прорезь сделал пошире. Крутится все как хочешь. Я думаю, здесь можно будет зафиксировать. Там чуть клеем намазать, чтобы она не так шарахалась. И вот все, перестанем мы травмировать короба. Вот почему? Потому что, ну, я считаю, это неправильно. Одно лечишь, другое калечишь. Чтобы поддомкратить машину, надо травмировать короба. Это неправильно. Ну вот как бы вот такая простейшая система, конечно. Можно было поаккуратнее сделать. Тут он как бы все делалось на глаз. Попробовать. Ну, ходовые испытания прошло. В принципе, я не знаю, можно усилить вот до сюда металл довести. Чтобы металл был чуть больше. Ну, есть ли смысл? Тут, в принципе, опора всего лишь. И опять же, все это крутится так, как надо. Вот, в данном случае поставил, поддомкратил, и все, никаких проблем. И уже мы не травмируем короба этим делом. Короба имеется в виду вот такого фасона. Сейчас включу подсветку.